Итак, здорово, народ. Следующая серия City Car Driving RP. Сегодня мы взяли семерочку, которую мы тогда в серии у деда взяли покататься, но в итоге мы сделали оперстайл с номерами. И, короче, поедем сегодня на шашлыки. На природу. Получается, оставлял я ее тут, был в гостях. Поэтому утром пришел, осмотрелся, вроде нормально, ничего не украли, колеса не сняли. Вот и девяточки такой тоже стою. Прикольная. Ну чё. Садимся в салончик. Заводим. Ну, давайте сначала на заправочку нам будет заехать. Так, низкий уровень топлива. Да, поехали. Не, вообще, мне семерка это очень нравится, она по душе. Я ее взял, почему на, как бы, сегодня на природу, типа, ехать? Да, она потому, что ее, как бы, на недорого стоит, ее не жалко убить будет. И вообще, как тачка, в принципе, она прикольная. Так, по-моему, с этой стороны, да? Или нет? Да, с этой. Так, ну у меня 8 литров осталось на карте. Ну ладно, давайте 8 литров хватит. С головой тут расход не космический. Все, можно ехать. Опс. Королла, лень, бок разбитый. Бочина вся. Куда он там? Влетел так, а две короллы одинаковые. Так, десяточка, ты меня пропускаешь, спасибо. Давай я тогда немного понаглее буду. Вот так выйду. Опс. Блин, чуть не врезался в ауте. Все, ждем зеленого света и едем прямо. Едем мы сегодня на природу. Выберем место какое-то такое прикольное. Шашлыки, мангальчик, все как надо, в багажнике уже все лежит. Поэтому мчим. Сейчас этот светофор и все, и можно 180 ехать. Ну. Газ пол. Его повезло, ребзи, никого не было. Мы ж на семерке, можно и... Так, 150. Тут, наверное, бы оттормозиться было бы. Хорошо, ладно, перепрыгнули. На семерочке можно наваливать жестко как. Я не знаю, ребзи, как она справляется так с поворотами, ее уже должно вообще было унести. При первом же повороте на тут крейсерская скорость, наверное, 80 и все. Тут 100 уже, наверное, страшно на ней ехать будет. Но ребзя, так как суббота людей мало, то есть, ну, машин мало, поэтому можно и понаваливать. Не как попадается, но немного.
Так, ладно, тут мне будут пролетать сильно быстро. Все равно, наверное, бы не успел. Скорая повернула бы и я. Врезался мне, хорошо же затормозил. Ля на скорой наваливает. Сотку. Едет. Да, лянь, 120, наверное, стой. Ну, да, 110 примерно. Или 100. Сейчас же сбавил. Давай, давай, на бугре, не вижу ничего, кто там чё. Четко. Так, давайте, ребята, будем помедленнее ехать. Нам тут осталось, в принципе, немного. Что-то я как-то быстро в этой серии, ребята, доехал, потому что, ну, как бы, на гоночном болиде ехал. Поэтому давайте пятую включим. И будем стелить потихоньку. Я пока что вам расскажу о данном автомобиле. Значит, в прошлой серии мы сделали оперстайл. Потом я поменял все фильтра там, ну, масла фильтра, короче. Да и немного покатался и поставил ее в гараж. Ну, сейчас думаю, почему бы не в субботу не съездить с друзьями на шашлыки, правильно? Вот я взял такую тачку. В принципе, вместимая, в принципе, но я ее опустил, правда. Поэтому она такая, как вам сказать, низковатая. Ну, в принципе, я ее не сильно так занизил. Ну, как вы можете наблюдать, что она вид имеет. Она просто стелит красиво. Просто по красоте, смотрите, ребята. Она реально кайфово стелит. Вообще, ребзи. Бомба просто. Она так смотрится круто. Пипец просто. Ладно, поехали дальше. Вот это за это, ребята, я ее люблю, за то, что она очень красиво выглядит. Просто такая бомбезная. Давай, гольф тебе. Просто ушел в точку. Ладно. Тут на поворотах буду ехать. Не, ну блин, они полтинник едут, это просто пипец как медленно. Хотя бы 150 ехали бы нормально было. Не, я конечно могу убрать трафик, но это будет неинтересно. Интересно, вот сколько максималка будет на этой машине? Ну, я не знаю, 160, наверное, 100... разогнать можно. Не помню, ребзя, в прошлой серии, когда давно было уже, сколько мы там ее разгоняли. Напишите, ребзя, в комментарии, сколько я ее по трассе, по-моему, там разговаривал. По автобану разгонял. То забыл я уже. Не, ну она не е, она первая, вторая, больше она потом не едет, еще я располуся. Она тянет вот две, потом до 4000 оборот. Все, потом она просто вообще орёт двигатель, но не едет. А вот
4000. Ну и все, на пятый уже тяга уменьшается, уже не едет. На низах тянет, короче. И на середине. Блин, что-то я на второй ее мучаю, блин, можно же на третьей ехать. Вообще по кайфу. Так, ребзя, вот тут сейчас с друзьями соберемся, потом там уже посмотрим, куда будем искать какое место где-то тут в лесу. Так, вот видите, там дальше такой небольшой участочек, может там будем. Я буду, короче, их в общем тут ждать. Блин, тут хорошо, что я семерку взял, блин, не проехал бы. Так, давайте я вот тут остановлюсь. Вот возле тенек заеду. Сейчас, потихоньку. Вот. Вот так, короче, ребзя. Все. Приехали на природу, короче. Давайте посмотрим, как имеет вид наша Симага. Оба. Я думаю, они меня сразу... Глянь, что, колесо у меня спустило, что ли, заднее? Или что? О, блин. Ладно, потом разберемся. Заправка хоть недалеко, там накачаем, если что. Ребзя, всем спасибо за просмотр. Сейчас буду ждать друзей. Они приедут тоже на тачку. Я не знаю, как тут на BMW, конечно, он проедет. Ну ладно. Все, всем спасибо за просмотр. Всем покеда. До новых встреч.